Так, внимание, равнение на флаг Республики Беларусь. Здравствуйте, уважаемые участники гродненских испытаний по охотничьо-стрелковому многоборью. Сегодня собрались, чтобы выбрать лучших в 5 дисциплинах, плюс наши юноши, девушки, которые будут выступать в дисциплине пневматическая винтовка. Самое главное, на что хочу обратить внимание, это, конечно, и будут и остальные участники нашей судейской комиссии говорить, это обратить на технику безопасности. В обязательном порядке передвижения по стрелковому комплексу допускается с расщепленным оружием, но в автоматических ружьях затворы в заднем положении на затворной задержке, просто двуствольное оружие, переломанное на предохранителе. Поэтому на это обращаю внимание, потому что за нарушение этих правил сразу же будет моментная дисквалификация. Ну и все, как говорится, не пуха со своей стороны. Сейчас слово предоставляется представителю компании РКНВ Голубеву Евгению Николаевичу. Он расскажет тут по дисциплинам. Здравствуйте, уважаемые участники. Мы очень рады вас видеть на гродненской земле. Для вас мы подготовили интересное упражнение. Кратенько расскажу. Значит, на данной площадке у нас будет отстреливаться испытание тарелки, также кабан. Сейчас мы разделим участников на две группы. Первая группа остается здесь. Стреляем тарелки в положении сидя и с положения стоя. Мы сделали имитацию засидки на гуся. Вторая половина проходит вправо от вас. Там мы будем стрелять упражнение пуля. Там три дисциплины. Первая дисциплина, которую вы выполняете, это дистанция 100 метров, 3 выстрела по гонгу, стоя. Следующее испытание – упражнение косуля. На упражнение косуля отводится 6 выстрелов. Первые 2 выстрела – дробовых. По готовности и команде судьи готов, начали. Стреляем 2 дробовых с положения стоя. Дальше у вас 10 секунд на то, чтобы зарядить 2 пулевых патрона, сделать 2 выстрела дуплет по косуле стоя. Досылаем 10 секунд, снова 2 пулевых патрона, становимся на колено, как вам удобно. Абсолютно не предъявляем требования, как вам удобно, так с колена и стреляем. Делаем 2 пулевых выстрела, после последнего выстрела упражнение окончено. Далее у вас порядка 40 секунд. Минуты, чтобы подготовиться к следующему упражнению. Тут же точно такая же дисциплина, но отличается только расстоянием. Это упражнение «Волк», которое покоряется по дистанции 50 метров. То же самое. 2 дробовых по гонгам, 2 пулевых стоя, 2 пулевых с колена. Мы немножко упрощаем упражнение, потому что стволы у всех разные, разные калибры. У кого-то 20, 16, 12. Для того, чтобы ствол сильно не перегревался и не терялась кучность, первое упражнение вы отстреливаете гонг на 100 метров, потом косуля 35 метров, потом волк 50 метров. В такой последовательности все. Три упражнения завершили, судья подходит и считывает очки. Тайминг будет считаться только между выстрелами. У вас на дуплет не более 5 секунд, у вас на досылание 2 патронов не более 10 секунд. Вот это время будет учитываться. Скорость самого упражнения не учитывается, никуда не торопимся. После того, как вы закончили упражнения пулевые, возвращаетесь на данную площадку, мы меняемся и отстреливаем дальше упражнения тарелки. После того, как первое и второе упражнение завершили, все по очереди стреляем упражнение кабан на данной площадке. И по результатам самой
настойчивый, самый удачливый, самый техничный спортсмен получит призы от компании Рика. Значит, у нас три номинации. Первое – это мужчины. Первое, второе место. За первое место – тепловизионный монокуляр-гипноз. Второе – то же самое – монокуляр-гипноз. И третье место – сувениры. У девушек точно такие же призы и номинации. Первое, второе место. И также наши молодые участники-юноши получат подарки за упражнения с пневматической винтовки. Уважайте друг друга, больше улыбаемся, кушаем шурпу. Всем отличного настроения. В очередной раз приехал на соревнования по стрельбе. Очень этому рад, потому что были определенные сложности, трудности, но все преодолел и вот приехал. С утра был небольшой такой туман, поэтому было беспокойство, как мы будем стрелять, мишени плохо видны. Но погода на нашей стороне, распогодилась, солнышко. Погода замечательная. Я уверен, что пройдет классно, весело и безопасно. Приехали почти что со всех областей. Из Гомеля, с Витебска, из Минской области, ну и гродненские охотники. Ну вот. С Витебска нас занесло в Гродно поучаствовать. Хорошее соревнование. Организация растет и растет. Призы впечатляют. Сильные соперники. Организаторам спасибо. Да, организация хороша. Приехало более 60 мужчин и 8 женщин. Очень понравилось, конечно. Много всяких номинаций. Было очень весело, конечно. Соревнования проходят в упорной борьбе. Практически все участники находятся в равных условиях и идут нога в ногу. Не совсем легкие упражнения, то есть заставляют проявить разные, скажем так, навыки и как бы неожиданные позиции. Еще вот дисциплину жду. По тарелкам отстрелял, сейчас будем... Да, там ожесточенная борьба. Будем это самое. Вот козел вкусный стоит. Ну и на вредных там волка нужно завалить, никто не может. Сейчас попробуем исправить эти ошибки. Удачи. Да.
Какое больше всего упражнение понравилось из трех? Наверное, будет все-таки на том рубеже именно косуля, волк и дальний гонг 100 метров. Да. Потому что оно динамичное получилось. То есть надо и перезаряжаться, менять позиции, и как бы много мишеней. То есть это прям интересно. Есть динамика. Где лучше всего отстрелялись? Наверное, кабанчик. Соперники были достойные. Девочки у нас очень хорошие все, хорошие стрелки. Но так сложились звезды, что мне сегодня просто повезло немножко. И я очень рада за это. Это все... Не знаю, может, благодаря кому-то, моим хорошим знакомым, хорошим друзьям, поддержке хорошей. Жаримся на солнышке. Ну, так, все супер, все хорошо. Немножко, как бы, понятно, нас подмариновала погода. Ну, вот. Ну, а в целом, как бы, реально все супер, ребята. Спасибо огромное. Друзья, всем привет. Сейчас находимся на полигоне. Вот соревнования организовал БОР совместно с командой Reconite Vision. Очень все хорошо, позитивно, очень все понравилось. Большой полигон, множество разных мишеней, упражнений, тарелочки, бегущий кабан. Собралось более 70 участников. Вот, классная погода, немножко жарковато. Вот, организаторам спасибо, сделали полевую кухню, угостили людей горячим супом, шурпой и... традиционной гречневой кашей. Вот. Очень приятно было встретить сегодня людей из разных областей, которые уже с нами не первый год на соревнованиях. В принципе, практически со всех областей страны приехали. Вот. Попытаться завоевать хорошие призы в равных условиях. Все сделано более под охотничьи задачи, скажем так. Вот. Так что сейчас вот самое интересное, подсчитывают судьи результаты, и буквально через часик будет награждение. Уважаемые участники, завершилось мероприятие по охотничьему многоборью. Очень интересно было наблюдать за вами. Кто-то нервничал, у кого-то что-то не получалось. Но все вместе с улыбкой сегодня провели очень интересный день. Каждый для себя вынес что-то полезное. Все посмотрели на результаты своего товарища, который стрелял либо чуть лучше, либо чуть хуже, и сделали выводы. Именно поэтому мы сегодня собрались. Многие стрелки ко мне подходили и сказали, мы удивились, так как гонг на 100 метров можно без проблем закрывать из трех выстрелов, допустим, двумя попаданиями. И это на самом деле реально, но на загонной охоте те, кто ни разу не попал, наверное, больше стрелять не будет, да, на 100 метров. И четко понимает, что это за дистанция. Мы рады, что все прошло безопасно, никаких чрезвычайных происшествий, слава богу, не случилось. Поздравляю вас с закрытием данных соревнований, и первыми мы поздравим наших юниоров. Третье место среди юношей занимает одинокий Арсений. Поздравляем. Грамоту. Второе место занимает Ермолик Вероника. И первое место, самый точный среди юношей, был Селюжницкий Андрей. Награждается за первое место монокуляром. Так, общее фото, я думаю, да?
прекрасная половина наших соревнований. Также три места. Боролись не так много участниц, к сожалению, но мы надеемся, что в следующих соревнованиях клуб «Ласка» будет в большем составе. Третье место по результатам соревнований занимает Елена Кемейша. Второе место по результатам среди девушек занимает Дергачева Юлия. От компании Rika Night Vision награждается тепловизионным монокуляром Гипноз 315 Pro. Спасибо большое. Пожалуйста. И самая точная и быстрая среди участниц была у нас одинокая Анна. Главный приз. Очень приятно видеть. Дала фору всем девушкам. Тепловизионный монокуляр Гипноз 650 Pro. Компания Rika. Спасибо. Поздравляем. Спасибо. Приезжайте. Все, проходите. Так, ну и сейчас сильнейшие среди мужчин, у кого стоит поучиться, покорили трудные испытания, я считаю, гонги и бумажные мишени. Также отлично себя показали из имитированного шалаша по гусю по тарелкам. Третье место занял Лукашун ИИ. Второе место занял Савич П.А. Награждается монокуляром Гипноз 315 Pro, также диплом и путевка от команды БОР. Ну и как вы все знаете, удача любит подготовленных. Просто так ничего не бывает. И уже третье соревнование в Республике Беларусь, которое проводит команда Rika, поздравляет одного из участников на постоянной основе. Участник из Гомельской области Капшай СВ. Поздравляем! Главный приз – Гипноз 650 Pro. Фотографии с охот присылайте обязательно. Все. Все. Общее фото. Давайте все вместе, наверное, сфотографируемся, да? Девушки и юноши, кто занял третье место, на третью платформу, вторую, первую и общая фотография.